Доброго дня! В ефірі «Дебати Запоріжжя». Вибори пройшли, але в цій студії ми говоримо не про політику, а про соціальні проблеми. І сьогодні тема нашої програми – вільне придбання громадянами вогнепальної зброї. Це право беззаперечне чи може спричинити розповсюдження бандитизму? Останній раз підрахунки кількості умисних вбивств в Україні проводили у 2013 році, до початку російської агресії і анексії Криму. У доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності були такі дані – 4,3 убитих на 100 тисяч населення. Таким чином, у 2013-му Україна посіла 104 місце із 219 країн, у яких проводилося дослідження. Якщо порівнювати стан справ із нашими сусідами та країнами Прибалтики, які, до речі, майже всі тим чи іншим чином зброю легалізували, то Україна за показником умисних вбивств випереджає, на жаль, усіх, окрім Литви, де щорічно вбивають 6 людей на 100 тисяч населення. Найпоказовішим і близьким для нас прикладом є сусідка Молдова. У них теж є свій Донбас – Придністров'я. Відзначимо, що у Молдові пістолет можна придбати, зберігати і носити з 18 років. Правда, обмежений калібр – не більше 9 мм. Писав із приводу легалізації зброї український тележурналіст, продюсер і публіцист Костянтин Стогній. Щодо легалізації зброї в Україні систематична законотворча робота не провадилась. Можна згадати хіба один законопроект, зареєстрований народним депутатом Сергієм Капліним наприкінці 2018 року. Документ пропонував дозволити громадянам купувати вогнепальну зброю цивільного призначення вільно за умови відсутності обмежень на її придбання, стан здоров'я, вчинення тяжких злочинів тощо. Проте законопроект так і затвердили. У середині липня 2019 року в команді президента України Володимира Зеленського заговорили про те, що повна заборона зброї в Україні неможлива в силу історичних традицій. Закон необхідний, щоб визначити, хто може носити зброю, на яких підставах, яким критеріям ця людина повинна відповідати, якими правилами повинна керуватися і яку зброю може мати, говорив з приводу легалізації зброї радник команди президента з політичних питань Микита Потураєв. Втім, трохи раніше сам Зеленський негативно висловився щодо легалізації зброї. Мовляв, Україні, де йде війна, це буде неправильним рішенням. До нього у подібному ключі висловлювався і п'ятий президент України Петро Порошенко. А Юрій Луценко, колишній генпрокурор, навпаки, легалізацію зброї активно лобіював. Він підкреслював, на руках в українців близько 5 мільйонів одиниць зброї і вирішити цю проблему вилученням практично неможливо. Отже, потрібно її легалізувати. То як треба діяти українській владі? Дозволити чи заборонити громадянам мати особисту вогнепальну зброю? Цьому присвячені сьогоднішні дебати. І сьогодні я представляю гостей нашій студії. Олександр Лебідь – активіст та молодий політик. Станіслав Чердніченко – депутат Запорізької обласної ради. Вітаю спікерів і нагадаю правила наших дебатів. Вони відбуваються в 3 раунди. Під час першого раунду ви заявляєте позиції один одного, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого раунду ви задаєте по 2 запитання кожен один одному. І під час третього раунду вам задаю запитання я від імені редакторської групи. Отже, і розпочинаємо з вас, пане Олександре. Чому, на вашу думку, варто легалізовувати вогнепальну зброю? 2 хвилини маєте. Все дуже просто. Вот, на самом деле, если брать количество и статистику, то Украина в данный момент входит в топ-25 из 230 стран, которые находятся в списке по нелегальному и легальному обращению с оружием. На конец прошлого года МВД вот нам дала статистику о том, что в стране есть легально зарегистрированных только 700 тысяч владельцев оружия, которые все вместе владеют только зарегистрированным. Это около более миллиона штук гладкоствольного и нарезного оружия. Есть данные Украинской ассоциации власників зброї, которые говорят о том, что в Украине нелегальный рынок зброї на данный момент это около 5 миллионов единиц оружия. Отсутствие закона на обороне, а также отсутствие законодательства о самообороне, это именно то, что нам нужно в данный момент для того, чтобы люди могли себя эффективно защитить как на улице, так и потом в суде.
Все, дякую. Да. Підкажіть, як на вашу думку, чи може легалізація зброї вплинути на те, що громадяни будуть її використовувати понад міру, для прикладу, вирішення побутових питань, або ж тоді, коли сусіди громко себе поводять гучно вночі? Чудесний вопрос, статистика чітко говорить «нет». 1994 год, Молдова, Латвия, Эстония и Литва разрешили, ну, ввели у себя легалайз вот на оружие. На данный вот момент количество вооруженных именно с применением вот на оружие преступлений снизилось, если не ошибаюсь, почти в 6 раз. Угу. А еще одно уточнюючее запитание, а можете привести там три плюси від вільного володіння зброєю? Там перше, друге, третє. На мою точку зрения, первое – это защищенность, но это раз. Второе – это выведение и минимизация рынка нелегального вот, но оружия, а, соответственно, минимизация рынка нелегального оружия – это поступление в бюджет. Вот, но это два. И третье – это то, что наличие легального оружия вот, у людей, ну, вот я говорил, что это вот, безопасность, а второе – это повышение самосознания, то есть переход из виктимности, то есть к чувству вот того, что на меня вот нападают, к тому, что человек, ну, понимает и знает, что он может себя защитить в любых вот ситуациях, вплоть до агрессии внешнего там, вот, ну, врага. А уточните терминологию «виктивность», вы сказали. Чувство себя жертвой. Угу. Зрозуміло, дякую. Тепер, пане Станіславе, тепер ваша черга, 2 хвилини на заявлення власної позиції. Будь ласка. Спасибо. Я считаю, что данная тема является очень важной, но в том числе и очень сложной. И к решению этой проблемы нам нужно подходить очень осторожно. Я выступаю категорически против легализации оружия в данный период времени, так как считаю, что у нас на сегодняшний день в Украине не тот уровень развития общества, который бы позволял каждому гражданину выдавать огнестрельное оружие. Существует много случаев, согласно официальной статистике национальной полиции, когда после каких-либо ДТП, либо разборок ссор в ресторанах на тему, кто на кого как косо или криво посмотрел, люди занимаются поножовщиной. И если будут пистолеты, то жертв будет гораздо больше. Сегодня наша страна, это 100% я могу сказать, она категорически не готова. Ни экономически, ни социально, ни ментально не готова к тому, чтобы свободно людям выдавать огнестрельное оружие. Обратимся, 2 слова к статистике. Да, действительно, в порядка 800 миллионов зарегистрированного оружия. И, как сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, около 3-3,5 миллионов нелегального оружия, которое привезено в том числе из-за войны, которая у нас есть на Востоке. То есть огромный оборот к нелегального оружия на сегодняшний день в Украине. И наличие огнестрельного оружия на руках у граждан точно не добавит безопасности. А вот риски, если это оружие начнет массово стрелять, оно является на сегодняшний день неоправданным. И я считаю, что в первую очередь мы должны повышать уровень профессионализм правоохранительных органов, а именно национальной полиции и службы безопасности. Именно эти структуры занимаются тем, чтобы сохранять жизни и обеспечивать безопасность людей. Право на насилие и право на защиту должно быть в первую очередь у специально подготовленных, у обученных и проинспектированных силовых структур и ведомств. И у та, которая у нас является с 2015 года национальная полиция реформа, я считаю, что необходимо лучше их обучить, проинспектировать, и у них должно быть право на владение огнестрельным оружием. Угу, дякую. Пане Станиславе, процитую вас, тот уровень развития общества, можете конкретизировать, да, что маєте на увазі? Ментально, на сегодняшний день Украина, она нету той системы, которая могла бы быть понятна гражданам для того, чтобы выдавать оружие. То есть, что я хочу сказать, что так как люди не готовы к тому, что будет массовое оружие, они беспокоятся в первую очередь то, что это оружие бесконтрольно появится у детей. По примеру, там, американских школах. И мы можем там дискутировать за или против, а вот в Соединенных Штатах ежегодно 1200 детей погибают из-за того, что просто даже ребенок, есть много роликов в интернете, когда ребенок просто оружием игрался и себя выстрелил и убил. Более 5000 раненых детей из-за оборота оружия.
сколько перестрелок в Соединенных Штатах, это вот официальная статистика за 2016 год, 300 массовых стрельб и 15 тысяч людей погибают из-за того, что у людей... Пан ведущий, можно ремарку? Пан Олександр, ви матимете право на ремарку після завершення. Да, ми можемо дискутировать, но есть статистика. 1200 детей умерло из-за того, что это легкодоступное оружие оказалось у детей. Соответственно, нам, если мы хотим начать нормальную реформу и ментально об этом, к этому готовить, надо подготавливать людей еще с детского садика, со школы, с людьми общаться, с людьми работать, и должен пройти определенный промежуток времени, например, 5, 7, 10 лет, а потом вернуться к этому вопросу. А не так, как сегодня у нас огромное количество нелегального оружия, и мы еще собрались сейчас его легализовать, чтобы еще было гораздо больше. А работать с чем? Тобто... Работать начиная с детских садиков. С детским садиком вообще ментально готовить людей, что такое оружие, как с ним надо обращаться. У нас нет культуры обращения с оружием. Так, может быть, мы начнем, давайте с культуры обращения, подготовим людей, пусть национальная полиция, психологи поработают с детьми, поработают со школьниками, поработают со студентами, а потом мы вернемся к этому вопросу через там, 8-10 лет. Зрозуміло. Останнє уточнення. Ви самі підтвердили цифру свого опонента про мільйон одиниць нелегальної зброї. Що з цим? А я не можу підтвердити, це офіційна статистика. Але що робити з цією зброєю? Виходить така нерівність. Це мільйон офіційно зареєстрований. Да. Але частина з них нелегальної, ви також згадуєте? Ні, 800 тисяч, це яка офіційно видана. Окей, добре. А що... Ви знаєте категорію людей, які можна отримати оружие. А що робити з цією там, нерівністю? В частині людей зброя є, в частині немає, що вона не може себе захистити. Примір Австралії привести треба. Треба розрушити людей. В 1996 году, когда после гибели 35 людей в городе Порт-Авентур, правительство что сделало? Она выкупила по рыночным ценам это оружие, и после этого на 50% снизилась уровень преступности и уровень стрельбы в стране. Зрозуміло. Дякую. Пан Олександр, у вас был комментар. У меня одна ремарочка, даже две, вернее. Первая, вы упомянули нашего генпрокурора Луценко, который, кстати, выступает за легализацию вот, оружия. Это я его, выступил, я... это его слова. Второй момент меня очень раздражает, когда люди начинают манипулировать фактами, особенно по факту стрельб в США в школах. Это официальная статистика. Все расстрелы, это официальная статистика, вот но все вот расстрелы детей, комментарий. Которые были в школах в США, проводились либо в школах, либо в университетах, то есть в зонах gun-free, там, где запрещено проносить но оружие. Для примера, в тех местах, где оружие, где нет зон gun-free, этих массовых убийств не было. Для примера, Израиль, 2007 год, где человек принес автомат Калашникова в школу и успел застрелить из Калашникова 8 человек, но Израиль вооруженная страна. И 8 человек просто, ну потому что вот, ну, он успел, но был застрелен вот, ну, студентом. И для примера, да пусть будет Кения даже, я не буду Брейвика брать, вот я возьму Кению. Где 4 террориста убили 177 детей, ну, потому что там не было оружия. Вся статистика по США убийств это именно там, где нет оружия, то есть зоны gun-free. И эти все убийства производятся из легальной, легально купленной длинноствольной, ну, вот, длинноствольного водного оружия. Дякую. Ну, давайте я пропонирую сразу. Да, будь ласка, 30 секунд. Я не говорил позицию Луценко за легализацию или против. Я лишь только привел его цифры, которые он озвучил в прямом эфире по количеству нелегального оружия. Не надо мне приписывать его, что я считаю, что он за или против. По США это статистика в целом по стране. Количество людей, которые погибло. Ну, 1200... передернутые факты просто. Нет, я сказал то, что я сказал. Переходим, продолжим дискуссию в другой части. Соответственно, основной вопрос. Много оружия, страна не готова. В США, это, я говорю статистику за 16 год, а у них по оружию уже 200 лет они работают по этому вопросу. А мы по этому вопросу в стране не работали, закона нет, но мы хотим легализировать оружие, и завтра оно окажется в школах. Ничего подобного. Все, зрозуміло. Ничего подобного. Все, дякую. Мы завершим першу частину нашей программы. Під час другої частини наші учасники задають запитання один одному. Пане Станіславе, розпочинаємо з вас. Будь ласка, ваше запитання до свого опонента.
Какой вы видите контроль над выдачей оружия и мониторинг его использования? В данный момент, у нас, ну, во-первых, у нас нет закона, ну, о, вот, об обороте оружия, это первое. Все оружие, которое сейчас получается, даже скажу больше, у меня тоже вот, вот есть оружие, я получил его вполне вот законно. Вот, все оружие сейчас регламентируется обычными приказами вот, на МВД. Его, по сути, может в данный момент, согласно этих вот, ну, приказов и согласно той коррупции, ну, которая есть у нас вот, ну, в государстве, получить в принципе любой гражданин Украины. Я могу вас расстроить, пан Станислав, но оружие может получить любой человек, у которого нет определенных физических вот, или психических вот, ну, отклонений, либо вот, нарушений. Да? Так как это получение, в принципе, это проконтролировать невозможно, потому что люди, которые получают оружие, потом проходят каждые 3 года перерегистрацию, а некоторые даже не проходят, а проходят ее эффективно, потому что лень ехать, потому что есть деньги, потому что мне этот вот пистолет, ну, подарил министр вот, на обороны, да, вот, то в данный момент в отсутствие закона про обег зброи это сделать, ну, практически вот невозможно. Смотрите, вот у меня есть оружие, я официально вот получил, я зарегистрирован, я знаю своего вот разрешителя, и я знаю, что ко мне, согласно внутренних вот нормативов вот МВД, должен прийти участковый и проверять правила его хранения, ну и так далее, да? У меня простой вот вопрос, вот, вот как вы думаете, это делается или не делается? Нет, это не делается. Это не делается. Так, смотрите, потому что разрешительная система на МВД в данный момент... Мало того, что нет вот, законодательства, вот, а второе, она еще работает по старым вот, советским вот, принципам. Если это все модернизировать, принять вот, закон первый вот, на оборужие, а второй, а законодательно, ну, закрепить право каждого человека на само вот, на оборону, то есть человек должен понимать, что он, защищая себя, свою семью, свое имущество против вооруженного вот, преступника, ну, который ворвался к нему в дом, ну, как это было, к примеру, на той неделе с фермером в Запорожской области, может применить водное оружие, и он должен быть уверен, что он не сядет. И вот именно когда вот эти два, вот законодательность и принятие закона об оружии, примутся и вступят в силу, вот тогда уже можно будет наговорить о контроле, об обеге и обо всем остальном. Все. Дякую, да. Пане Станиславе, ваш коментар на відповідь. Да, хотелось бы понимать, вот вы говорите закон об оружии, что в этом законе должно быть, какой механизм этого закона, какой переходной период должен быть этого закона? Есть два законопроекта, которые лежат в Верховной Раде, если не ошибаюсь, еще с 2000-х вот, ну, годов, и которые абсолютно невыгодно принимать в действующей системе на МВД, потому что в них четко регламентируются функции, которые заберут у МВД часть, скажем так, их прибыли. И вот поэтому-то они лоббируются. Это основная причина, да. Мою думу. Если можно маленькую ремарку, вы сказали, что вот я могу там получить оружие, если у меня нету там медицинских противопоказаний, да? А система готова к тому выдавать вам оружие? Естественно, а куда идти? Ну, смотрите, а если вы купите, пойдете справку у врача и, скажете, ну, и возьмете это оружие? Именно об этом я говорю. А вот вопрос, я хотел бы... Конкретизировать. Да, условия обучения. Владение оружием. Есть ли у нас сейчас в стране и как вы его видите? Я вас разочарую, но любой человек, который решил легально, именно вот легально и официально получить разрешение на оружие, обязан пройти обучение и разрешителю сдать сертификат о прохождении обучения. И этого достаточно будет, чтобы у каждого гражданина завтра оказалось оружие, если у него нету противопоказаний? Нет, не именно этого. Переходиться в дискусію, задасте потім ще запитання. Пане Олександре, тепер ваше запитання до свого опонента. У меня вопрос очень простой и очень такой жизненный. Готовы ли вы защищать свою страну с оружием в руках? 3 хвилини. Конечно, как каждый гражданин готов защищать свою страну, но в первую очередь я считаю, что должна быть именно национальная полиция и те структуры, которые специально обучены, специально подготовлены, должны защищать, там, в том числе и там, оборона. Окей. Второй вопрос. Коментар, якщо ваше? Ні, абсолютно. Все? По тій обороні у мене випроси немає. Все, зрозуміло. Тепер ми по черзі задаємо. Фактично, у вас перейшло трішки дискусія, але разом з тим. Ваше друге запитання повне до свого опонента, пане Станку. Ви готові вже сьогодні, страна наша готова, ваше мнение, к легалізації оружия? Или должен какой-то быть переходной період? Может быть, все-таки... Вернемся к тому, что я говорил, может быть, должен быть какой-то подготовительный этап, хотя бы провести с населением, как это вот делает Швеция, подготовить людей, рассказать им более, чтобы на таких каналах, как в частности, как Суспільне, с людьми работать,
еще начиная с детских садиков. Пусть пройдет. Зачем нам вот спешка в этом вопросе? Эта спешка может привести к массовой гибели людей. Вот, и у меня вопрос. На сегодня, вот уже с завтрашнего дня, если Верховная Рада 24 августа там примет присягу, вы будете отстаивать, чтобы этот вопрос уже вынесен был в этом году в повестку дня и был проголосован? Либо все-таки переходной период? Спасибо. Пан Олександр, три хвилини на відповідь. Смотрите, ну, во-первых, о том, что наше государство или наши люди вот не готовы, у нас не тот менталитет, это, ну, одна из ключевых ошибок так называемых хаплофобов. Ну, это такая категория людей, которые боятся оружия. Ключевая ошибка — вы представляете свои мнения вместо мнения общества, это первое. А второе, нужен ли переходной период? Давайте я приведу пример Молдавии. Ну, к примеру. Молдавия недалеко от нас по менталитету, да? Вот, ну, по сути, это как бы наш сосед, вот, ну, ближайший, которая отменила ограничения по приобретению оружия, если не ошибаюсь, в 1994 году еще. Кстати, Приднестровье еще раньше. Вот. Ну, хотя Приднестровье всегда было горячей точкой. Молдавия в 2015 году, там была такая вот, была реплика о том, что наши люди вот не готовы, там хулиганские действия, там еще что-то. Ну, я очень много вот слышу, что как бы у нас вот хулиганы вытащат и пойдут там убивать, там аварии, там еще, да. Молдавия, к примеру, в 2017 году была на втором месте по употреблению вот, алкоголя. У них люди имеют право на свободное владение оружием. По опросу вот МВД молдавского, могу, кстати, скинуть эту статистику, она у меня есть. Вот. Больше всего, знаете, что их вот заботит там? Их заботит не то, что у людей есть оружие, а их заботит то, как, вот, ну, как вот защититься по статистике от двух вот вещей. Они боятся вот, разбойных нападений. Вот. И они боятся краж из легковых вот, автомобилей. Это две вещи, вот, которые боится Молдавия, у которых есть разрешение на оружие с 94 года еще. То есть они не боятся защищать себя, проникновений, краж, убийств и всего вот остального. Это первое. Второе, по поводу полиции, которая должна нас защищать. Ну, а в принципе, ладно, это будет вторым вот вопросом, вот, компоненту. Да, можно ремарочку? Да, пожалуйста. Да, вот насчет мнения большинства, на котором я манипулирую, как сказал Александр. Нет, это ваше собственное умозаключение. Да, хорошо. Я теперь я приведу факты за эти 30 секунд. Была проведена социология ведущими компаниями, таким как Рейтинг, там, Зеркало недели, Институт будущего. 85-93% выступают категорически против легализации оружия в данный период времени. Это раз. Президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко, на суспильных на дебатах в феврале месяце выступал категорически против. Это факт. И кандидат в президенты, а ныне действующий президент Владимир Зеленский, также выступал против легализации оружия. Это было во время предвыборной кампании. Официально во время дебатов они спрашивали, как вы считаете, нужно ли в данный период времени легализация. И Петр Порошенко, и Владимир Зеленский выступали против. И социология, 85% минимум людей категорически против. И, соответственно, было некорректно сказано, что мое мнение, это лишь мое мнение, это мнение большинства украинцев, которые в данный период времени не готовы к легализации оружия. Ну, я не думаю, что что выборка интернет-ресурсов может представить общее мнение, да? Всей Украины, это первое. А второе, насколько я знаю сейчас, и, кстати, я озвучивал, что в кабинете нынешнего президента уже идут разговоры о том, что все-таки, может быть, пора легализовывать вот, оружие. А, в-третьих, у нас проблема в том, что у нас, ну, я говорил, что оружие может купить любой человек, у нас есть проблема с легализацией краткоствольного оружия, потому что все остальное можно купить и так. Зрозуміло. Да. Тепер, пан Олександр, ваше друге запитання до свого опонента. Моє друге запитання до опонента. Смотрите, ми говорили о том, що защитить страну з оружием вот на руках. У мене простой вот вопрос. А готовы ли ви взяти в руки оружие, щоб защитить свою сім'ю? В случае, якщо їм угрожає смерть. Конечно, ну, значит, перед тем, конечно, нужно пройти соответствующее обучение. Это мое мнение. То есть вы готовы сделать? Я готов взять, но я против легализации в данный период времени. Я считаю, то есть вы возьмете нелегальное оружие? Еще раз прошу. То есть вы возьмете нелегальное оружие?
Нет, если вы против легализации. Я против легализации, но я же говорю, должен пойти промежуток времени, если мы говорим за легализацию, обучить человека, проинспектировать, пройти курсы, нормальные курсы, многолетние. И потом уже мы можем говорить о том, а если человек не умеет обращаться с оружием и говорит, давайте для защиты своей семьи будем каждого вооружать. Ну, сейчас вы передергиваете. Я говорю о том, что человек должен пройти курсы, чтобы получить оружие. Да, но вот если в данный период времени я или кто-то другой не умеет обращаться с оружием, то вы его не получите. Ну, я его не получу. Но, да. Ну, мы же говорим в данный период времени, готовы или не готовы. Я считаю, что Украина не готова. Я спрашивал про вас, а не про Украину, но окей. Ну, я ж ответил на це. Зрозуміло. Дякую нашим учасникам. На цьому ми завершимо другу частину наших дебатів. В третій частині вам задаватиму запитання я від імені редакторської групи. Пане Станіславе, хочу продовжити запитання вашого опонента. В нинішній ситуації, в нинішній час, якщо доведеться захищати власну родину, як ви будете діяти, якщо це станеться в вашому житлі? Безпосередньо туди хтось проникне. Первоначально я пройду курси. Так, це сталося ось найближчим часом. Уявимо таку ситуацію. Якщо завтра легалізують оружие, то, звісно, я пройду відповідне обучення. Его нормально, как это, например, когда получал права. Пройду обучение, теория, практика, обращение с оружием, обращение там, с револьверами там, и так далее, с короткоствольным огнестрельным оружием, и тогда вопросов нет, конечно. І зброю не легалізували, а навчання ви не проходили, а от зараз необхідно захищати свою родину. Як діяти? Ну, це все в зависимості від ситуації. Якщо в житло проник озброєний злочинець, теоретично ви підозрюєте, що він озброєний? Так, якщо в мене немає оружия, як я зможу захищатися з оружием? Викликатимете поліцію? Я законопослушна громадянин, у мене в домі не храниться ні оружие. Ну, захищати, значить, не будете? Ні, ну буду захищатися, але не оружием. Чим? 263 Уголовного кодексу України. Зрозуміло. Добре, ви... Ну, що значить 263? Якщо в мене немає оружия, ви говорите, будеш ли ти захищатися? Якщо в мене оружия фізично немає. Как я могу стрелять из того, чего у меня в доме нет? Потому что у нас нет законодательства о том, чтобы вы могли защититься даже ножом и не сесть. Да, пане Олександре, у мене якраз оце друге запитання до вас. Що станеться, якщо проникне в житло злочинець і його хтось, скажімо так, захистить себе ножем? На даний момент, по той статистике, которая есть, по статистике правонарушения МВД и по... тем данным, которые предоставляют, там, допустим, УАВС, ассоциация власників зброї, я могу сказать, что я уверен со стопроцентной вероятностью, что человек, защищающий в данный момент себя, свою семью против злоумышленников, 80%, даже 90% он сядет. Даже защищая себя, свою семью. Хтось проник, все рівно він сядет. Абсолютно так. Зрозуміло. А можливо, є якісь випадки, коли людина не сідала, якийсь такий прецедент? Є, але ці прецеденти в основному із-за того, це були либо апеляційні суди, либо це було давлення на общественності, на правоохоронну систему. Якщо давлення не відбувалося, то чоловік однозначно отримав на уголовну статтю і срок. Все, зрозуміло. Зачем нам ще зразу під уголовні статті підводити? Може, ми проведемо з ними роботу? Тому ми дискутуємо, як бути в цьому. У нас нет законодательства. Человек, который сидит... Я, когда сижу у себя дома, и ко мне ночью в квартиру врываются вооруженные люди, я должен... А у вас есть оружие в доме? Да. Не зареєстровано офіційно, да? Конечно. Сейф, все как положено. Пане Олександре, уточнююче запитання стосовно вашої зброї. Якщо ви розумієте, якщо ви її застосуєте для самозахисту, ви швидше за все сядете. Навіщо вам тоді зброя? Зараз, в даний конкретний момент. Или зачем вам в тюрьму? Когда стоит вопрос между тем, сяду ли я и будет ли цела моя семья, для меня, естественно, приоритет семья будет. Потому что я буду их защищать. Зрозуміло, дякую. І в мене наступне запитання до обох учасників. В Україні пройшло два Майдани. Як, на вашу думку, розвивалась би ситуація, якби на цей час уже була легалізована зброя? Точніше, на той час, коли проходили Майдани. Ви ж розумієте, чим більше оружия, тим більше було б смертей, к сожалению, на Майдані. У нас і так огромне кількість людей в 2013-2014 році, коли були события на Майдані, февраль 2014 року, і так багато людей погибло, і за нашу свободу, яку ми сьогодні маємо. Це було б більше оружия, було б більше смертей, к сожалению. І було б, знаєте, смертей случайних, когда прохожие, например, могли бы тоже
проходила бы женщина с ребенком, и, не дай бог, бы их могло бы тоже задеть и убить. Ну, это, к сожалению, факт. Больше оружия, больше возможностей. Я же говорю, к этому вопросу нужно подходить очень взвешенно. Это многоаспектная тема, и подготавливать людей годами, чтобы мы могли... А на вашу думку, наявність на той час зброї в простих мітингувальників не зупинила б, скажімо так, представників певних органів? Я думаю, це було б гораздо хуже, якщо було б огромне кількість оружия, як і з одної, так і з іншої сторони. Зрозуміло. Ви ж пам'ятаєте, як ситуація розвивалася на Майдані, не одразу ж оружие пішло. І резиновими вначале було, ну, к сожалению, факт остається фактом. Этих людей, к сожалению, никогда уже не вернешь. Зрозуміло. Пане Олександре, до вас те ж саме запитання. Як би розвивалася ситуація під час Майдану одного і другого, якби на той час була легалізована зброя? І давайте начнемо з того, що Майдан взагалі починався як мирне зібрання граждан. Да. А якби була? Ескалація Майдану произошла по вине МВД. Я вважаю, це однозначно доказаний факт. Це перше. Применение оружия на Майдані впервые було зафиксировано со стороны МВД. Ну, я не могу это утверждать, это будет утверждать суд, который есть. Как человек, который имеет понимание, как обращаться с оружием, я скажу лишь одно. Устраивать майданы с охотничьими ружьями – это глупо. Устраивать майданы с короткостволом – это тоже глупо, потому что два прапорщика с автоматами от Калашникова сдержат толпу в 1000 человек с пистолетами от Макарова. Лишь бы были патроны. А если брать глобально, какой-нибудь гипотетический следующий Майдан, то у меня всегда в голове пример опять той же Молдавии, которую я очень люблю и, наверное, поеду туда отдыхать. Когда у них в 2009 году был захват администрации президента, полиция не применяла оружие, и протестующие, которые были вооружены, тоже не применяли оружие. У них погиб только один человек, и он погиб, его забили до смерти от полицейских. Вы мали комментарий какой-то, пане Станиславе? Не, я хотел сказать, что здесь у нас схожесть мнений, что глупо, когда было бы митингующих, с одной стороны, тоже оружие, это и охотничьи, там, и короткоствольные. То есть, против боевого автоматического. Да, против боевых специальных подразделений, то есть мы же понимаем, что та же нацполиция, она же подготовленные люди, и имея там снайперские винтовки, либо автоматы Калашникова, это совсем, неравные силы. І це би привело би тільки огромної гибелі зі сторони мітингуючих. Зрозуміло. І пане Станіславе, знову запитання до вас. Бандити в Україні знають, де придбати зброю. Статистика про нелегальну зброю підтверджує це, велику їх там кількість в Україні. На вашу думку, чи це чесно, що бандити знають, де зброю взяти, і вони її мають, але громадяни такої можливості взяти зброю не мають? Чи не додає це безкарності саме злочинцям в Україні? Ні, нечесно. Соответственно, должны проработать правоохранительные органы, в частности, нацполиция и СБУ, выявить, если вы говорите, всем известно, да, то если всем известно, то, конечно же, и нацполиции может быть тоже известно, где это все происходит. Соответственно, нужно разоружить этих людей и жестко контролировать как выдачу, так и наличие тех 3 миллионов, о которых говорил генеральный прокурор, нелегального оружия, которое есть в первую очередь у нас в Запорожской области, так как мы прифронтовая область, и здесь довольно-таки много сконцентрировано нелегального оружия. Ви частково згадували у відповіді, але хочеться конкретизувати. На вашу думку, що робити з нелегальною зброєю? Ви привели приклад Австралії, де її викупили. Ви вважаєте, що це єдиний спосіб для України? Чи можливо ще якийсь альтернатива? Один із виходів, либо просто ізяття. Якщо воно нелегально, не зареєстровано, то просто можна людей ізяти, і щоб воно знову не повернулося в оборот громадянського населення. Все зрозуміло, дякую. Пане Олександре, в доповнення, так? Як контролюють нинішню видачу зброї, тому подібне? Тому що всі знають, що довідки про відсутність там певних судимостей або відсутність певних хвороб в Україні придбати можна. Так, така практика. Що робити з цим, і коли дозволять українцям купувати зброю? Давайте почнемо з того, що ні один здравомислящий бандит не пойде на, скажімо так, діло, да, з легально зареєстрованим трудним оружием. Ну, це глупо абсолютно. Потому что у него есть номер, он отстрелянный, и он есть в визотеке, это первое. Что делать с нелегально? Вот я добавлю, кстати, такой вот момент. Изъятие у нас существуют месячники добровольной сдачи. Открою такой вот
лайфхак. Если вы добровольно сдаете оружие незарегистрированное, и оно по базам не бьется и нигде в криминале не участвовало, вы можете его переоформить на себя, угу, пройдя там курсы и так далее, и так далее. Ну, так обычно делают те, кто, вот, кому оно там досталось от дедушки умершего или еще от кого-то. Это единственный, ну, вот на данный вот момент, вот лазейка вот в законе, блин, ну, которая позволяет людям незарегистрированное оружие вот, ну, как-то вот легализовать. Вопрос еще раз. Що робити з тим, що зараз довідки можна дістати легко за певні хабарі? Медицинські против... ну, убрати можливість давати от хабарі. Ну, це ж дуже просто. Зараз, ну, нас намагаються прибрати ці можливості, десятки років не виходить. Ми вибираємо рычаг в виде там, ну, какого-нибудь гипотетического санитара, ну, который за 50 гривен может выписать тебе справку, да? Ми зараз говоримо о том, що вот должны быть общие базы. Ну, когда вот заработает закон вот об оружии. У нас есть базы там, ну, закрытые, да, к примеру, на которые доступны МВД, там, по админправонарушениям, по криминальным справам. Я считаю, что когда заработает Е-медицина, то можно обращаться в такие же базы, состоит ли человек на учете психиатра или там вот наблюдался ли он у нарколога. То есть, когда все это будет делаться автоматически, вот тогда как бы и коррупции вот не будет. Ну, по факту. Можно ремарочку? Так, будь ласка. Да, вот вы тоже, вот вы в ответе, да, на поставленный вопрос говорите, от заработает. Так, может быть, пусть оно вначале заработает, а потом мы будем выдавать оружие. А то, получается, сейчас есть коррупционная составляющая. Я, кстати, с самого начала вот, ну, говорил, что вот, легализация закона об оружии должна заработать тогда, когда у нас будет принят закон об обиге вот, сброи. Да, и вопрос же возвращается. Какой период времени? Как... С этими санитарами, которые за 50 гривен, как вы говорите. Ну, у нас диджитализация движется вперед 7-мильными шагами. То есть уже сейчас это готово? Либо все-таки какой-то промежуток? Ну, этот вопрос, наверное, вот не ко мне, а в администрацию президента. У него там есть диджитологи, да? Вот. И я думаю, что они более квалифицированы, ну, на него ответят. Вы видите, что вот это многоаспектная тема. Мы не просто говорим о там, национальной полиции или как получить оружие, или как обращаться. В любом случае, у людей невменяемых, у людей невменяемых окажется это оружие, потому что они тупо купили эту справку, прямым текстом. Я расстрою, но в данный момент так оно и есть. Ну, так это ж неправильно. Так оно все равно так и происходит. Люди все равно легально или нелегально покупают оружие. Неважно, либо это человек... Ужесточить контроль либо и по медицинскому сопровождению, и по нелегаль... обучению людей. Если ужесточить вводную контроль, он купит нелегальное оружие. Какая разница? Так пусть пройдет соответствующее обучение, пусть его научат. Так ему нельзя получать. Тогда пусть не получает. А как вы хотите? Тогда он пойдет, на черный рынок. Давайте я вам конкретизую запитання. Смотрите, пане Станіславе, будь ласка. Я зрозумів, що дискусія в цьому плані, що робити зараз, коли купуються довідки. Давайте так, абсолютно. На вашу думку, що потрібно зробити зараз з цією ситуацією, що купуються довідки? Давайте. Поки ми не наведемо перший, другий, третій. Поки не наведемо порядок, всі так говорять, а перший, другий, третій. Ну, щоб перше, друге, третє, треба в корні розібратися конкретно в корупційній составляющей медицинських органів, які видають ці справки. Якщо ми не розберемося з цим, то ми не можемо не говорити не перше, друге, третє. Якщо вони видавали, і є корупційна составляюча, і можна завтра купити за определену суму грошей, а зробити так, щоб невозможно було купити. Якщо у чоловіка, к сожалению, є ці противопоказання, і ему выдавать оружие нельзя. Должна быть точка. А идти, если он пойдет на черный рынок и купит нелегально, то это нелегальное оружие должно у него быть изъято. Либо, как, например, в Австралии, выкуплено по рыночной цене. И снова в оборот гражданского населения оно выдаваться не должно. Пане Олександре, те ж саме запитання стосовно, ну, окей, проблема є, але що робити? Я тільки що на нього от не відповів. Як би ми от не пытались запретити, чи угрожати, чи там зробити там пожизненне заключення для тих, хто продає там, ну, липові справки, да? Ужесточением ми просто повисимо уровень от, ну, корупції і повисимо ціни. Моє личне мнение – убрати человеческую составляющую вообще из этого процесу. Ну, максимально. А как? Это медицинское противопоказание. Уточнюю ще запитання стосовно медичної довідки. Чи є сенс, чи можливість, приклади такі, коли ввести мовчазну згоду? Тобто, якщо людина не стоїть десь на обліку в психоневрологічних диспансерах, то теоретично ця довідка і дається автоматично. Такий приклад. Для прикладу, щоб прибрати як корупцію. Як варіант, так, тому що, ну, по-іншому, з тим, ну, наглядом, який зараз нас от працює, та з тією стагнацією медицини, яка зараз є, ну, воно так і буде працювати. Це дуже складне от питання, от насправді, тому що, ну, я прекрасно знаю от людей, які навіть, ну, здорові, так, або ті, які там не мають ніяких вад, або ще щось.
Ну, їм простіше заплатити гроші, ніж стояти у черзі. Все, і все. Зрозуміло. Дякую. У мене запитання наступне до обох учасників. У Швейцарії кожен здоровий чоловік до 31 року вважається військовозобов'язаним і зберігає вдома табельну зброю, бойову амуніцію. В світлі російської агресії, чи доречно в Україні вести таку практику, і щоб кожен, хто має зареєстровану зброю, виступав так званої першої хвилі мобілізації у випадку початку масштабних бойових дій? Да, абсолютно правильно. Ну, я хочу додати про Швейцарію, коли ми затронули цю країну. Граждане від 13-17 років ежегодно їздять на стрільбище, государство їх підготовлює до цього. А від 18 до 35 років вони проходять спеціальні курси. Они также ежегодны. То есть мы видим от 13 до 35 лет государство работает с этими людьми. И 25% населения официально имеет оружие на руках. И, соответственно, мы возвращаемся к вашему вопросу, что вначале государство проработало с населением, а потом уже мы говорим о мобилизации, потому что люди уже подготовлены, они понимают, они с 13 лет с этим оружием работают. А у нас в школах один раз... Але мова йде про тих людей, які вже зараз мають ту чи іншу зброю. Да, так, это подготовлені люди, это уже нормально, потому что их с 13 лет готовили ежегодно. Вот як там відправляти в першу хвилю мобілізації чи ні? Ну, в першу чи не в першу, это в зависимости от подготовки населения, я считаю. Но я считаю, что большой плюс в том, что Швейцария конкретно с 13 лет работает с подростками и обучает их стрельбе. Пан Александр, это самое запитание. Наверное, в первый раз, когда я согласен с оппонентом, потому что я абсолютно за швейцарскую вот модель гражданской обороны. Она, в принципе, наиболее эффективна из всех, которые я знаю. Ну, еще израильская, да? Вот. И действительно, то, как нужно делать в Украине, по примеру, о Швейцарии, это минимум законодательно закрепить это оружие и проводить ежедневные, регулярные, периодические тренинги с теми воинами АТО в данный момент, ООС, да, которые даже находятся в резерве, либо состоят в территориальной обороне. Таким образом, мы в любом случае уже повысим культуру. Но понимаешь, тут в чем вся проблема? Сейчас мы чуть-чуть отодвигаем в сторону, сейчас по территориальной обороне и по Швейцарии, мы говорим о военном оружии, которое выдается. А это совсем другая тема, чем легализация того оружия, которое есть на черном рынке. Это разные вещи абсолютно. И хочу там маленькую ремарочку, буквально по Австралии, которую вы приводили в пример. Порт-Артур город. Да, Порт-Артур, вся Австралия абсолютно. С 96-го года, по-моему, там запретили оружие, все выкупили. Из-за гибели 30-летия. Количество вооруженных ограблений там возросло в 58 раз на сегодня. Это спорный момент. Это смертность уменьшена официально на 50%. 50% выборов. Але криминоген вырос на 58%. Не, Да. Это спорный момент, потому что те данные, которые Австралия показывает, да, то там смертность уменьшилась на 50%. О, кстати, по примеру, еще может, по Швейцарии мы разобрались, Швеция страна, они выступают против легализации оружия, но они считают, что рано или поздно они к этому придут, и они дважды в неделю, национальная полиция, с руководителями компании, директоров там, различных кафе, встречаются два раза в неделю и обсуждают текущие проблемы и вырабатывают общую позицию по различным там мероприятиям, которые проходят у них в городах. Соответственно, вот этот диалог, который присутствует в Швеции, тот уровень профессионализма, который Швейцария делает по обучению людей, и вот, конечно же, можно применять в Украину. То есть Украина должна брать лучшие примеры и их внедрять в нашу страну, а не конкретно там сравнивать с Молдовой, там, либо с другой какой-либо страной, либо с той же Австралией. Я Молдову взял для примера, потому что Молдова – это бывший Советский Союз, где была и Украина. Когда мы говорим о ментальных различиях, каких-то, именно для этого, для примера я взял ту страну, которая нам ментально близка, более близка, чем Швеция. Да, в доповнення, і там же є Придністров'я в Молдові. Да. Так? Непризнана територія. Співвідноситься, так? Ментальність фактично плюс-мінус подібна. Да, я считаю, що нам надо в сторону смотреть все-таки Швеція і Швейцарія лучше, а не Молдова. Там, де ментальність інша абсолютно. Да, ментальність інша, но проработка з населением, как это присутствуют те же положительные примеры в Швейцарии, и когда, если необходимо, надо будет людям брать оружие, когда они с 13 лет уже обращаются, и есть специальные курсы, специальная подготовка для 13-летних, то есть совсем подростков, то я считаю, что это абсолютно положительный момент, и его можно уже хоть завтра начинать применять, внедрять это в школах, в обязательную программу.
Ну, то есть то, что в данный момент делает начальная военная подготовка и пласт да, Украине, но то, да? Но только она должна быть не условная, а именно конкретная, чтобы результат у нас был, а не просто какой-то там предмет ДПЮ, где он, по сути дела. Да. Питання відносно підлітків. Не секрет, що зараз підлітки живуть в віртуальному світі і дуже багато часу. Да? В тому числі грають так звані шутери, де стріляють, вбивають в іграх людей. Пане Олександре, що робити з цим ризиком? Бо часто діти не розрізняють, де закінчується віртуальність, а де починається реальний світ. І якщо вони вбивають так звано зараз віртуального героя, вони не розуміють, що фактично вони вбивають так звану, ну, принаймні уявно, але ж людину. І вони захоплюються, в тому числі, коли попадають в голову. Що робити з цим ризиком? Я поняв, о чому ви, тому що, ну, це, в принципі, є така проблема, тому що люди, діти, от, вірніше, в силу отсутствия, ну, какого-то жизненного, ну, опыта, реально не всегда вот понимают, что это даже, ну, что это больно, да, вот на самом деле. Игры, виртуальные игры особенно, ну, тут понимаешь, это немного другая ситуация. Виртуальные игры, те, которые играют подростки, и те, которые находятся, к примеру, за гранью, там, за квалификацией плюс 18, плюс 21, там, вот особо жестокие, со сценами вот, насилия, ну, это уже больше к разработчикам, ну, детских игр. Это как-то, ну, к оружию слабо относится, ну, честно говоря. Добре. І в мене ще одне запитання. Пане Олександре, можете конкретизувати стосовно такого? Ви кілька разів самі говорили, що ви маєте зброю. Так. Так? От, конкретизуйте, що вам, наприклад, зараз обмеження і недоліки, наприклад, при нинішньому володінні зброї, і що має виправити там проекти закону про вільний обіг зброї, про користування зброї і тому подібне, щоб у вас не було таких обмежень, певні недоліки, ну, компенсувати. Смотри, так як нет, ну, закону об обігі від зброї, да, я, к примеру, не можу її перевозити. Я можу перевозити, от, допустим, своє оружие в розобраному виді. Це перше. Це дуже неудобно, особливо, коли ти їдеш в ночне время, где-то через ліс, і там, ну, пусть за тобою там уже полчаса їде, ну, какая-то, ну, машина, і тебе реально страшно. Це перше. Второе, у нас критически мало стрелковых вот, полигонов. Третье, у нас критически мало тех вот, оружейных, ну, которые могут произвести или сделать вот, ремонт. В-четвертых, у нас есть монополисты вот, на рынке, которые продают оружие по совершенно, ну, безумным ценам. То есть у нас нет рынка. Да я могу так перечислять до бесконечности, вот, если честно. А можете навести приклади, наприклад, різниця цін, якщо знаєте, одна і та ж сама вид зброї в Україні і на Заході для якоїсь країни? Смотри, я по ціні даже от не скажу, я скажу одно. Я знаю прекрасно, що в США можна зібрати полуавтоматичну от винтовку, покупаю її по запчастям. Тобто чоловік, ну, покупає базу, от, допустим, ну, той же, ти от, ну, арки, може от, к ній докупати от стволи, в зависимості від того, ну, як він буде її одну використовувати. То ли це буде матчова стрільба, там, снайперська, да? То ли це буде охота, то ли це буде ігрова стрільба. Він може її, ну, комплектувати різними прикладами, прицелами. Тобто він може от збирати це вдома сам. Так, ну, іменно то оружие, ну, яке йому буде, ну, удобно з його точки зрения. У нас, к сожалению, це невозможно, і ми вынуждены от, ну, покупати то, що нам дають. От, ну, покупати. А в основному нам дають от, ну, покупати це там, от, ну, хатсани, или вот, турецкое, вот, китайское оружие, или производство уже наших вот, заводов, ну, которые все работают, ну, мое личное вот, мнение, под эгидой МВД. Зрозуміло, дякую. І в мене запитання також до обох учасників. Якщо легалізують зброю, яку типу зброю можуть легалізувати максимально, щоб нівелювати ризики, про які ви, наприклад, говорили, пане Станіславе, або... Перефразую, на яку б легалізацію ви погодилися? Що для вас от максимальна межа? Ну, я вважаю, що в ближайші 5-7 років максимальна легалізація – це тільки може бути травматичного оружия. Тобто я взагалі проти короткоствольного огнестрельного оружия. Угу. В ближайші 5-7 років, ми говоримо. Тобто от, максимально на що я б пішов би, як со сторони там, государства, це б травматичне оружие. Зрозуміло. Которое так же само сьогодні не так просто как бы, получить. Тоже надо необходимо пройти, должен быть и сейф дома, и должны быть соответствующие условия. И каждый гражданин не может получить, а должен быть там, это либо народный депутат, либо журналист, либо госслужащий, это тоже определенных рангов, чтобы получить это оружие травматическое. Зрозуміло, дякую. Пане Олександре, те ж саме запитання. Чи є якась межа, яку зброю дозволяти? У мене для вас новость, сюрприз. Ну, його і так можна от купити, да, травматическое оружие у нас може, ну, купити практично будь-який чоловік.
за небольшие деньги, ну, вот предварительно, да. Вот. А второе, огнестрельное оружие, это, ну, однозначно легализация короткоствола. Потому что короткоствольное оружие должно быть у каждого человека, который хочет защитить свою семью. Потому что, ну, это, ну, просто непрактично и неудобно с дробовиком разворачиваться в однокомнатной вот квартире, вот, ну, к примеру, да. Второе, граничная вот межа именно того, это полуавтоматическое вот нарезное. То есть автоматическое оружие, крупнокалиберное и так далее, это уже прерогатива армии. То есть я больше склоняюсь к американской пилотной модели, где граничный вот потолок практически во всех штатах, это полуавтоматическое вот нарезное оружие. Дякую. И, пан Олександре, там... Відома частина лобістської компанії прихильників легалізації зброї – це одна з петицій до президента України, вже колишнього Петра Порошенка, яка назбирала 25 тисяч голосів про легалізацію зброї. Можете розказати, чим закінчилася ця справа і на якому етапі зараз знаходиться саме лобізм, не лобізм, можливо, петиція, хто підтримує? Петиція знаходиться нігде взагалі. Були марші, у нас є ціла асоціація власників зброї, є ціла група, 11% населення володіє зброєю, є марш 11%, да? Є петиції, є письма, є просьби. Но бувший президент України в силу своїх релігіозних і личних убеждений, там, він категорично проти вот, легалізації вот, оружия. Ну, я считаю, что, ну, личных, вот, потому что любой черный рынок, в моем понимании, это просто средство для заработка. И пока он будет, будут серые деньги, и будут зарабатываться деньги в любом случае, и оружие все равно будет вот, на рынке неконтролируемо. Угу. А вы сами згадали релігіозну саму причину, певним чином. Чи, можливо, є у вас дані про те, яка церква в Україні підтримує чи не підтримує легалізацію зброї? Можливо, на якомусь етапі? Раптом таке є. Таких даних в мене немає, але є чудові дані у СБУ, коли церкви, Українська церква Московського патріархату, ну, цілком нормально от, хранила у себе оружие бойовиків. Поэтому, ну, я думаю, вони будуть не проти. Я зрозуміло. Дякую. На цьому ми завершуємо третю частину нашої програми. Отже, підбиваємо підсумки. Шановні учасники, маєте право сказати, що не встигли сказати, або ж відреагувати на певні аргументи свого опонента, які вас або ж вразили, або ж навпаки переконали. Пане Станіславе, розпочинаємо з вас. Максимум 2 хвилини, да, будь ласка. Я рад, що у нас є определенне розуміння по вопросам, які були озвучені ведучим, по тому, що нам необхідно приймати модель той же Швейцарії, і по вопросу Майдана, що оружие тоді привело б ще к більшій гибелі, о котором у нас сходиться. Но все-таки возвращаемся к самому основному. Закона нет, ментально не готовы, территориально мы находимся сейчас в 200 километрах от военных действий, много нелегального оружия в данный момент времени. И вот та бесконтрольная стрельба и выдача оружия направо-налево закончится тем, что у нас массово, случайно или не случайно погибнут наши граждане. Самое ценное, что есть у человека, это его жизнь, жизнь его семьи, его близких. И здесь надо подходить очень взвешенно. С профессиональной точки зрения готовить людей как можно раньше, с 5-6 лет садиков, с школ, работать с населением, проработать законодательно базу, принять закон, изъять вот это нелегальное оружие, которое находится 3-4 миллиона единиц короткостволов, да, нелегально в территории Украины. Да? Соответственно, проработав базу, проработав с населением, мы можем в будущем вернуться к этому вопросу, но первоначально создать условия, обучить людей, четко должно быть понимание по тому, что тот человек, у которого не может иметь согласно его медицинских противопоказаний, он может пойти купить эту справку сейчас. Здесь тоже должно быть ужесточение, на мой взгляд. И оперируя фактами, два кандидата президента, ныне действующий президент, выступали против легализации. В данный момент бывший президент Петр Алексеевич Порошенко и ныне действующий Владимир Алексеевич. И социология, которая показывает, это довольно-таки авторитетное, как вы говорили, что это не объективно, но зеркало недели, рейтинг или институт будущего, довольно-таки грамотно провели эту социологию, и там показывают 85% минимум людей против легализации оружия в данный момент.
момент времени. Пане Олександре, вам 2 хвилини на підсумки. Меня радует, что мой оппонент все-таки понял, что лучше защищать семью с легальным пистолетом от руках, чем с ножом, вот кухонным или скалкой. Нет, да? Я такого не говорил. Ну, я думаю, что наконец-то он понял. Подсумки, будь ласка, без дискуссии. Во-вторых, да, мы сошлись вот, действительно по поводу швейцарской вот, модели, и я был бы счастлив, если бы наше государство все-таки ввело территориальную оборону. Поэтому вот, принципы и люди проходили ну, какое-то обучение. Но все-таки я опять же настаиваю на том, есть 2 пункта, которые меня лично очень тревожат. Первый пункт это то, что у нас много нелегального оружия, которое завозится из зоны АТО и которое не контролируется от государства. Если его легализовать через изъятие, неважно как, изъять, как в Австралии, вот, к примеру, но все-таки может быть от легалайза человек, который хранит дома оружие для защиты от семьи, поймет, что он может хранить его дома вот законно. Это повысит уровень от безопасности. Это первое. И второе, вот на чем я настаиваю, это на том, что каждый человек должен понимать одну простую вещь. Он может защитить себя, свою семью с оружием от руках и за это не сесть. Вот это ну, один из главных тезисов, на который я хотел сегодня доказать. Все зрозуміло, дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми обговорювали право громадян вільно купувати вогнепальну зброю. І сьогодні в студії в нас були Олександр Лебідь, активіст та молодий політик, Станіслав Чередніченко, депутат Запорізької обласної ради. А я прощаюсь з вами до наступних зустрічей.